Всем привет, дорогие друзья, с вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Call of the Sea. Как вы помните, мы играем с вами за девушку, которая отправилась на загадочный остров, чтобы найти пропавшую экспедицию мужа. Так что, пожалуй, не будем ждать и продолжим нашу игру. Ктулх мы увидели, оказались в воде. Я даже не понимаю, мы до сих пор во сне сейчас или уже в реальной жизни? Да и куда плыть, тоже непонятно. Ага, вот здесь был, оказывается, проход в самом начале. Я понимаю, что тебе надо найти кого-то, но мы же там уже были, там нельзя проплыть. А где это существо? Погодите, она под водой, что ли? Ага, вот оно. Рассмотреть получше, ты уверена в этом? Ну, видимо, да. Учу меня с руками. Так это жижа превратила людей в Ктулху, похоже. Или постепенно превращает в рыб, которые сходят с ума. Как мы действительно здесь оказались? Мы же просто утонули в развалинах. Ну, мы не могли сюда перенестись вообще никак. Ну вот как раз разбившаяся судно экспедиции. Давайте-ка изучим исчезновение леди Шеннон. Посмотрим, что мы сможем здесь найти. На нем они пытались сбежать под конец. Ага, подождите, Ктулх, похоже, действительно существует. Только посмотрите. Эти следы оставила точно огромная рыба. Мне на секунду показалось, что там человек стоит. Но нет, это очередной столб. Ага, сначала он сел на мель, потом они все-таки разбили здесь лагерь. Включить свет. Ага, здесь есть электричество. Давайте-ка по проводам, наверное, пройдемся. Это самое логичное, что можно сделать. Не, это вряд ли аккумулятор. Значит, нам надо идти в другую сторону. И тоже не здесь. Смотрите, здесь кого-то привязывали. Вряд ли это кто-то пограйз. Да-да-да, здесь кого-то на привязи держали, вот его кормили. А где здесь электричество включается? Может, внутри этой пещеры провода ведут туда? Ну, как минимум, часть их. Нет, тоже вряд ли здесь. А фонарика у нас тоже нет никакого. Угу. Ну, без электричества понятно, что его не включить. А, в смысле, почему он в воздухе висит? Хотя это, может, без электричества-то и работает как раз. Включим. Или нет. Ладно, на будущее оставим. Дневник. Ой. Еще записка. Ага, символы все мы их записали. Они нам явно... С пиано. Где-то мы должны найти с вами набор вот этих вот символов. Хотя, погодите, может они у меня сразу записались в определенном порядке? Может их по очереди и надо нажать? Ну... Предположим. Я не уверен, включено оно или нет. Может оно без электричества-то и не будет работать? Хотя не вижу, чтобы провода куда-либо шли. Вот еще какая-то дорожка. Может по ней сходить? Но по идее все провода должны были идти к какому-нибудь генератору. Но ни один провод так к нему не шел. Я не нашел ничего. Может там что-то наверху есть еще? It's curious, but... Ну, если он все еще жив, на самом деле.
этот Гарри. Это, скорее всего, храм. Все, мы с вами, в принципе, все здесь изучили. Все-таки надо искать, где включить электричество, и позже я присоединюсь. Ага, я не обратил внимания. Вот через эти штучки включаются, а провода... Да, это я, кстати, заметил. А ведет куда-то на корабль. Вот на корабле электричество есть как раз-таки. Так что нам явно сюда. Главное, не свались, пожалуйста. Аккуратно поднимаемся. Ну, у меня тоже немножечко мурашки идут, конечно. Все-таки где-то рыба Ктулху плавает и ищет нас. Возможно, это все даже не были галлюцинации. Вот, вот это генератор, наверное. Никакой реакции. Оу! Так. И какой следующий? Попробуем. Блин, ну так и знал, и как всегда. Готово, все, электричество есть. Включаем. Подали дальше. Но перед этим я еще хочу здесь осмотреться. Вот там было еще одно помещение, я видел. Здесь сразу переключим. Голос. Ага, сигнал бедствия не послали. Конечно, просто запись. Тихий океан, Таити, киты. Экипаж пропал без вести. Ага, вся экспедиция, то есть корабль и экипаж, который его сюда доставил, боялся. Вот, огромную морскую тварь. Фрэнк отправил это сообщение. Они все-таки, видимо, отправились дальше, вглубь. Из плавучих камней. С черной магией. Ага. Еще какое-то устройство. Вот, кстати, мы увидели что-то подобное. Как это работает, интересно? Эти крутить нельзя. Надо с этими что-то делать. Их повернуть. А что, если на максимум все бахнуть? Нет, тут точно должно быть что-то. Свойство черной жижи изменяет, левитирует воздействие различных частот вибрации. Сзади ничего нет. А где подсказка, как их активировать? Black Goo. Они его называют. Возможно, это было где-то в самом начале. Ладно, давайте вернемся и, если что, вернемся и позже и сюда. Все, свет появился в лагере, теперь стало лучше. Давайте-ка изучим все здесь как раз. Смотрите, еще есть дорожка за корабль. Оказывается, я ее пропустил в самом начале. Ух ты! Так это ж еще не все, там еще дальше путь. Да вы издеваетесь, зачем здесь столько свободы? Это как раз храм. Доброе утро, команда. Какие-нибудь подсказки я бы хотел найти? Ага. Воспроизвести эффект органа. Они там поставили какой-то огромный типа орган или что? А, вот он. Ой, извини, что перебиваю. Все, их следующий лагерь прямо наверху, я понял. Там, кстати, свет горит. Ну, я даже не знаю, куда идти здесь. Такая свобода выбора просто. А вон черная жижа там? Или мне кажется?
burned photo. I can't make out what's in it. Какой-то ключ. То, чего не хватает, может? Давайте-ка еще попробуем подняться наверх, посмотрим, что там. When I get back home, I'm going to read up on engineering. I've been interested in knowing how things work since I was a child, but I always thought technology wasn't for me. What nonsense. Да, я тоже своего рода гуманитарий. А вот и храм, все так просто, я прям уже могу войти. Хотя вот какой-то, наверное, главный вход. Какое-то все размыленное, или мне кажется, я, может, ослеп немножко? Выглядит зловеще, согласен. Я туда упасть могу, я даже не знаю. Давайте сохранимся на всякий случай. Все вроде... Оп! Нет, упасть нельзя, отлично. Здесь они разбили лагерь. Открыть-закрыть, настроить орган, открывать-закрывать разные трубы. Из... Ага, здесь чего-то не хватает, смотрите. Или наоборот хватает. Здесь только путей, куда можно пойти. А вот еще что-то. А вот сами символы. Уровень моря. Но зачем они нам? Эти символы, знаете, что мне напоминают? Вот они. Может быть, это все неспроста. То есть вот эти символы должны быть снизу, эти сверху. Давайте-ка попробуем. А здесь что у нас? Ага. Колодец не закрывается, похоже. А нет, все закрывается. И... А, вот он сверху. Подождите, я же все вроде поставил. Неужели я что-то пропустил? Угу, еще одного не хватает. Точнее, двух. Они неправильно сделаны, судя по всему. В этом и смысл, мне кажется. Все, мы с вами все правильно расставили. Сейчас окажется, что наоборот надо было все делать. Что-нибудь произошло? Может, колодец надо открыть? Или может это типа еще не все? Угу, там появился свет. Отлично, вот, кстати, еще что-то. Кто-то еще заболел. Док. А, он точно, он же первый сам подцепил заразу. Ага, походу все сбежали. Кроме Дока, получается, и Гарри. Ну, понятно, муж, видимо, готовить совсем не умеет. И всего пятеро осталось. Жалко, жалко. Может, здесь я что-нибудь еще найду? Ха, комиксы? Пластинка? Новостное агентство Уорд и Блейк. Ага, это с ними репортерша была. Или это Гарри фоткал? Ой, ничего себе.
Блин, надеюсь, что нет. А где мы могли подцепить эту заразу? Ага, он превратился в рыбу и уполз. А где этот стол был? Где-то сверху уже, да? И от него, получается, вели следы. Вот сюда. То есть он убежал под воду, но вряд ли мы его здесь найдем еще. Давайте-ка углубимся в лагерь. Возможно, теперь эта штука заработает. Да, она заработала, отлично, у нас есть символы. Так. Все, у нас появились символы. Ага, это чистота. Хорошо. Думаю, в будущем оно нам пригодится. Но здесь, похоже, больше делать почти что нечего. Как это работает? А, я его наоборот выключил, все понял. Хм. А я могу это зарисовать? Нет, не могу. Ну, ладно, на память. Ага, каждый символ что-то обозначает. То есть в зависимости от уровня моря. Ага, какие символы надо. Только я все равно не понимаю, что это значит. Так, предположим. То есть 4 уровенька в 1, и что это значит? Хм. Ну, давайте разбираться. Я вспомнил еще одну вещь. Здесь же тоже были цифры. Может, надо как-то с ними что-то сделать? Какие там цифры были? 262, 267, 311. Как-нибудь это работает, нет? А как это понять? А, все, либо включить, либо выключить. Что это было? Тихо. Ага! Так, окей. Блин, нет. Стой, это вернем. Может, да, блин. О! Получилось! Ну, блин, это опять цифры. Ну и что мне с ними делать? 262. Вот они. Так, погодите-ка. 262, 349 и 415. То есть у нас три символа опять выделилось. Только что это к чему вообще? Не знаю, это бред какой-то. Я не понимаю, как это работает. Не знаю, мне кажется, чего-то не хватает. Потому что смотрите. Они, видите, все заполнены. Здесь просто не хватает раз, два куска, наверное. Блин, что-то я где-то не нашел. Пойду дальше, видимо, искать в лагере. Там сзади я уже тоже все осмотрел. Это вот эти символы. Мне не нужны. Может, в книге что-нибудь? Нет. Что за бред? О, что это? Господи, еще фазы луны. А, ну, походу оно. И что мне с этим делать? Мне это не особо помогло. Какое сегодня число-то? Что это, 7? Это... А, цифра 7 у нас появилась, либо 21. Ну, все подсказки собраны. Пойду дальше тупить, видимо, там. До меня дошло прям только что, не знаю, до вас, наверное, быстрее, чем до меня. Но неспроста здесь определенные символы. Хотя,
А зачем тогда вот это? Ну это бред. Ну ладно, попробуем заполнить, например, только 262. Это получается вот это ромбик 349. Это вот этот и 415. Ага! Я понял. Кажется, я понял. То есть наоборот, вот оно что. То есть 262 это вот этот. У нас он здесь вот этот. 349 это вот этот, это значит вот этот. И 415. Все, все, я уверен, что это 100% вариант. Если нет, то я сдаюсь на сегодня, мне кажется. Еще с луной непонятно что, ну пока ставлю так. А, блин, мне их все надо отжимать, получается. Давайте-ка я еще посмотрю, какие мне не надо отжимать. И быстренько это все сделаю. Теперь это должно сработать. Еще осталось с луной. Ну, пусть пока будет, типа, закрытое. О! Ну, пусть будет закрытой луной. Окей, так, и что это? Это мост. Это... Подождите, дверь не открылась сзади. А фотографию этого ключа я видел внизу в костре. Но не ключа, а вот этого обломка, огрызка, не знаю, как это назвать. Может, здесь мы вторую часть фотографии найдем? Главное, здесь хотя бы хоть что-то найти. Че, серьезно, я просто так сюда шел? Окей. Конверт. Сейчас будет предыстория. My dear old pal, I think I'm getting closer to understanding what is happening to you, but it is taking a toll on my sanity. As fascinating as this island and its ancient and unfathomable wonders may seem, it's also a place plagued with misfortune and calamities. We lost Roy at the campsite. We almost lost our engineer on this beach. The doctor went mad, stabbed him with a strange knife. And all because of this island, Nora. Initially, we were optimistic and in high spirits, but now we've all become resentful and discouraged. Even I can feel how I am constantly assaulted by dark thoughts. Anyway, if what I am going through here helps me find you a cure, it'll have been worth it. I hope to find an answer in the temple on that mountain peak. Love you always, Harry. Похоже, он тоже заражен немножко. Блин, это что, еще не все, что ли? И что это? Блин, может, мне не надо было так делать? Или наоборот, все их включить? Все так трясется. Неужели все так просто в этот раз? Ну, похоже, что так и есть. И все, главный вход открывается. Да, вон я вижу. Это еще что такое? Мне кажется, или там какая-то статуя огромная стоит? Ужас какой-то есть, видимо, этот древний храм. Ладно, отправимся туда. Тебе кажется, что этот остров опасен? Серьезно, только сейчас? Блин, я боюсь, что мы придем, и Гарри, скорее всего, уже умер. Жуть какая, она еще светится, эта лава теперь. Ну не лава, а черная жижа. Все, двери открыты. Что же нас там ждет дальше? Кат-сцена? Да, загрузочка. Но дальше должны быть сложнее загадки, мне кажется. Не все так просто уже будет. Хотя уже хочется найти Гарри, моего мужа, и сбежать отсюда. Но, похоже, не выйдет.
Опять куча тропинок. Это значит, нам надо все изучать. Скорее всего, главный вход закрыт. Мне пока не хочется туда забираться. Ну, видимо, надо, раз персонаж показывает. Корабельную турбину. Воспроизвести, что там? Накал? So, this is like Atlantis, but in the Pacific Ocean, right? Все, их четыре осталось, они уже при смерти. Кстати, да, он же, помните, был качком адским вообще. Ну, давайте быстренько залезем, посмотрим, что у нас здесь. Уверен, мы еще сюда тысячу раз поднимемся. Значит, там нет электричества, и что должно его питать? Так, провода ведут сюда. И дальше, судя по всему. Ладно, вперед. Ой-ой-ой. Все, Фрэнк умер. Похоже, он тоже подцепил эту заразу. Блин, это очень грустно. Походу, никто не остался в живых. Библия? А, здесь Фрэнк жил. Ну да, вот он. А, его же этот ударил, по-моему, по голове. Да. И он заразился. Но это еще не все. Надо как-то ее включить. Но вот как? These levers connect those gears to direct the wheel's energy into the turbine. They're homemade loudspeakers. Вот и вход в руины. Так, отлично, здесь какие-то символы. Они нам пригодятся. Прикольно, они колонки сделали. А, это микрофон. Похоже, я дурак, самоуверенный. И это неспроста здесь. Я вижу, что он держит символ какой-то, видите? Это вот этот. Может, еще я должен найти статую? Вот еще одна. Их всего четыре должно быть. Одна упала, блин. А если нажать на одну из них? Ну, не хватает еще одной, она упала, но, в принципе, можно догадаться, что там было. Но, с другой стороны, мне надо на клавишу как-то нажать. I like singing so much. Harry and I often sang together. When my condition got worse, Harry thought it wasn't a good idea to make unnecessary efforts. And we stopped singing. I know it was just for my own good, but my illness caused... Heavens, looks like a rock slide crushed all the tents. All but one. И последний символ. Уничтожил все палатки, кроме одной. Похоже, кто-то еще погиб. Не, на меня это не похоже, судя по всему. И правда, какой позор. Он, блин, талантище, он такие здесь строения делал.
Maybe the Polynesian guide didn't like people taking pictures. Ну, и, скорее всего, у них есть... Tent that came out of the rock slide in one piece is the one filled with amulets. Страх того, что могут украсть душу вместе с фотографией. Все-таки это племена, скорее всего, у них есть еще такое верование. Но мне кажется, мы все обошли, да? А, нет, еще не все, смотрите-ка. Ну и вот теперь, в принципе, все. Ладно, давайте с помощью вот этих символов попробуем что-нибудь сделать. Так, это последний символ. Последний символ это вот этот, значит мы его сверху нажимаем. Готово. Теперь сюда. Здесь у нас это второй символ. Это что? Такого нету. Хотя нет, вот, получается. Справа. Мы еще, кстати, электричество не включили, но... Ладно, это в будущем. Здесь у нас самый первый элемент. Это получается вот этот. Он у нас снизу. И остался последний. Но вряд ли что-то произойдет, потому что у нас не включено электричество. Надо будет как-то усилить сигнал. Но я не совсем понял, как там включается это все. И это у нас второй символ. Вот этот. У нас слева. Люки открылись, теперь надо как-то починить электричество. А, колесо завращалось, все. Я понял, мы должны были вначале это все включить. Окей, теперь должно все работать. Только как это сделать? По очереди их нажимать, что ли? Или может они уже включены? Нет. Может мне вот это надо включить? Тогда они все вместе заработают. Хотя, возможно, это делается немножко по-другому. Ага, все, они все встали. Здесь было, по-моему, вот так, если не ошибаюсь. Нет, они все должны быть книзу, видимо. И последний. Ну, это уже было несложно, на самом деле. Сейчас как-то попроще даже. Все? Да, это было просто. Так, а что теперь не так? Еще здесь какой-то механизм. А, блин, так все же просто. Господи, что я здесь вообще-то задумывался? Отлично. Теперь нам надо с вами сверху сначала включить вот на этой вышке, а потом к тем вернуться. Ага, вот здесь ручка была. Вот здесь, теперь наверху и оттуда уже... Блин, как же я ненавижу лестницы в этой игре. Так, другое дело. В смысле? Что? О! Ну, конец игры получается. А, нет, это еще не все. Мы теперь опять переносимся в какие-то сны. В этот раз мы в пустыне. Каждый раз, когда я теряю сознание, видимо, я перемещаюсь. Это просто мои сны, ничего более. А, видимо, так и сходили эти с ума. Мы с вами на дне пересохший океан, да.
No. I would rather die than use that damned thing again. The air is so dry. I need to find water. С каждым разом ей все хуже и хуже. Постель. Еще одно воспоминание. А как мы так выздоровели? Ну, точнее, как мы поправились, что мы в итоге отправились на этот остров? Вот тень. Ну нет, я не могу за ней спрятаться. Ну да, это опять тот же самый храм. Вокруг подводные существа. Ну сейчас мы уже скоро, я думаю, придем в себя. Все нормально, все будет хорошо. Это наш дом. А мы теперь под водой, смотрите. Ну, я сомневаюсь, что он дома. Думаешь? Мне кажется, все в порядке, все хорошо. Это нормально. Такие счастливые. У нее дочка была? А, меня и моей мамы. О, блин, скоро же Новый год, точно, я и забыл. Хотя как его отмечать? Что это такое? Мат в три хода. Точно. Ход королевы. А что мне здесь надо сделать? Это же еще не конец. Ага. Какая-то шкатулка. Это змея в ней? Нет, это русалка. What a sweet melody. Мы под нее уснули во сне, и, скорее всего, в реальности мы сейчас проснемся. Лестница упала, но, скорее всего, электричество, значит, включилось. Я так думаю. Так, отлично. Колонки работают. Нам теперь надо напеть мелодию. А мы знаем, что петь? Похоже, знаю. Почему именно эта мелодия? Мы 100% как-то связаны с этим местом. Вау. Это было очень круто. Ну, либо впечатляюще, полностью согласен с тобой. Но на этой интересной ноте мы, к сожалению, завершаем сегодняшнее видео. Дорогие друзья, кто досмотрел до конца, я бы хотел вас попросить, чтобы вы обязательно поставили лайк, написали комментарий. Я обязательно сниму финальную часть, я думаю, что мы уже ближимся к финалу, все-таки игра, не думаю, что слишком долгая. Так что, если вы поставите побольше лайков и наберем мы нормально просмотров, то я как можно скорее запишу следующую часть. Так что все в ваших руках. С вами был Максимилиано Джонс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Чао!